Вот какие сегодня у нас игрушки. Рекурсивный лук. И рогатка для стрел. По-английски sling bow. По-русски как можно назвать? Рогатка-лук. Рогатка-лук очень слабо стреляет, слабая резина, тяжелые стрелы и скорость полета совсем-совсем маленькая. Я ожидал, что будет помощнее, но я ошибался. Ебать, попал в дерево. Как я теперь ее буду доставать, я не знаю. Сука, и она еще вторкнулась. Пизда. Ой, блядь. Попал в дерево. Есть ветки, попробую забраться по веткам. Делать. Блять. Ёбаные приключения. Спас стрелу. Блять, все-таки стреляет неплохо, дальше, чем казалось изначально. Первый выстрел я целился прямо в снег, чтобы не портить при попадании об дерево. А вот сейчас попробую стрелять намеренно прямо в дерево. Вот где я, вон где дерево. Ну, до него метров 5-6. Попал, но стрела не вторкнулась. Попробую снять вблизи, как стрела прилетает в дерево.
сильно большого эффекта нет. Стрела не вторгается. Но это игрушечные стрелы от детского лука. Есть кое-что поинтереснее. Настоящее гусиное перо и острый наконечник, по всей видимости, стальной. Вот такая стрела. Она и весит потяжелее, может вторгнуться. Давайте попробуем ею. Вот такая конструкция получается. Стрела длинная. Нет. В дерево попал. Но вторгаться стрела не хочет. Кстати, от пластиковой стрелы отлетел держатель. Вот металлическая стрела. Ничего с ней не произошло. Но и в дерево вторгнуться она не вторгнулась. Очень интересно померить мощность и рогатки, и лука. Для этого я вот что сделаю. Я поставил камеру. И вот дерево. И вот дерево. Между ними примерно 8 метров. Я потом точнее померяю, но навскидку 8 метров. И я сейчас буду снимать вот эту панораму, стану чуть-чуть дальше, чем вот это дерево, вот здесь произведу выстрел в сторону вот этого дерева и сниму на скоростную камеру и посмотрим, за сколько стрела пролетает 8 метров. Потом посчитаю, найду скорость стрелы и, зная массу стрелы, найдем мощность. Сделаю выстрел из рогатки, а потом из лука. Время игрушек закончилось. Теперь в бой выходит настоящая артиллерия. Кажется, идет буря. Ебать! На камеру не видно, но это жесть. Хорошо, что я сижу рядом с забором, и рядом с забором ветер становится слабее. Отлично, зато не будет всяких прохожих зевак. Шмальну в дерево. Может быть, сломаю стрелу, но ради эксперимента нужно. Нет, не сломал стрелу. Буря продолжается. Короче, стрела вошла в дерево.
живая. В общем, лук вот такую стрелу охотничью загоняет в дерево. Очень хорошо зашла. Не знаю, в этот раз достану я ее или нет. Примерно на сантиметра 2-3 стрела вошла в глубиной слой. Чуть-чуть ножиком подрезал кору, чтобы ее извлечь. Во что превратилась моя сумка после бури. В общем, что я скажу. Лук, по-моему, это 30 фунтов. Значительно сильнее, чем рогатка. И сейчас мы узнаем, насколько. Так и с рогаткой стрельну сразу легкой стрелой от детского лука, а потом вот этой серьезной охотничьей стрелой на скоростную камеру и посмотрим мощность лука. Короче, вот такие пострелушки у меня получились. Минус 3 стрелы. Одна вот такая улетела. Эту я сломал. Как видите, при ударе об дерево отломался концевик. И одна такая вот охотничья улетела в неизвестном направлении. Буря усиливается. Чтобы стрелы не портить при стрельбе об дерево, буду собираться и идти домой. Ждешь эту весну, а вместо нее вот зима.